Хорошо, что я все-таки будильник завела. То родителям-то все равно сколько времени. Хотя, если нам сегодня ехать, может быть, ему не все равно, но я уверена, они будильник вообще не включали. Так. Что им налить, это вопрос. Ну, налью уже. Кока-колу уже последний раз. Ну, я думаю, им надоело, но можно налить. Так, а Хлое я, наверное, налью молоко. Она все-таки теперь меня любит, как бы. Я старшая сестра, я как бы знаю, что Кока-Кола все время вредно. Хлоя, так. Хлопья. Может, себе что-нибудь приготовить? Думаю, родители не будут против. Если я возьму свою чашку и тарелку и приготовлю себе что-нибудь. Так, нужно немного подвинуть. Я, наверное, налью себе тоже молоко. И тоже хлопья сделаю. Прям, блин, они такие вкусные, что их невозможно не есть. Ну, родителям я сделаю рис с креветкой. Как насчет такого? Это суши получились. Нет. Надо приготовить просто рис. Так. Ну вот и все. Так, вставайте, я уже еду приготовила. Так, знаешь, и без тебя знаем. Прямо уж утром нельзя немного поспать. Да. Так, в чем я поеду? Поеду я туда. Так, мы поедем на отдых. Я, наверное, поеду в этом. Ну, я тоже. Вот в своем обычном. Так. Деньги нужно назад положить. Да. Пригодятся. Так, чемодан назад надо поставить. Так, надо дочь будить. Дочь, вставай. Что? Мы куда-то едем? Да, ты что, уже забыла, что мы едем сегодня на отдых, к морю там? Нет, не хочу. Почему ты не хочешь? Ну, потому что. Вы там все равно не будете любить мою сестру. Да будем мы любить. Что ты с этой со своей... Не будете. А вот и будем, доча. Видишь? Не будете 100%. Так, доча, ты уже собралась. Давай теперь тебя оденем. Так, у тебя тут вот такая... Понятно. Туда ты поедешь вот в такой вот курточке. Потому что там дождь прошел недавно. Так. Быстренько собираем твой рюкзак. Тебе тут больше ничего не надо? Не надо. Стоп, стоп. Еще можно какую-нибудь мою. Вот эту вот игрушку. Дочь, откуда она тебе вообще? Вы что, уже забыли? Я вам говорила, это моя сестра. Да, дала. Это Эмма. Ой, ну ладно, бери, неважно, кто ее дал. Но если она тебе нравится, то бери. Спасибо. Так, она что, сама себе приготовила? Ты что себе приготовила? Ну, просто. Вы говорили, что я могу сама себе готовить.
Какая вам разница, приготовила тебе или нет? Ну ладно, можешь поесть. Спасибо. Да пожалуйста, ничего. Нам... Ну сейчас садись. Вот хлопья тебе нельзя. Можно есть. Ну ладно. Так, все, мою посуду. Дочь, пойдем, надо брать чемоданы, все вот это вот. Собираться. А, дочь, я забыла кое-что. Блин, что? Я тут для тебя сладостей специально набрала. Вкусняшек. Будешь? Я возьму их на мой, ладно? На отдых, на нас. Давай. Положи вот в чемодан. В той? Нет. В твой положи. Да ладно, значит, он в той поместится. Ты все равно его не будешь нести. Да ты будешь ее нести. Поняла? Да ты ее будешь нести в рюкзак. Ты же не просто так с нами будешь ездить. Если ты поедешь с нами, то ты должна нам помогать, понимаешь? Да. Не надо на нее орать, пожалуйста. Не орем точно. Мы тут еще для тебя специально взяли коробочку. Твоих любимых вещей. Ой, да ладно, мама. Сколько можно? Мое. Тут это на тебя совсем не похоже. Смотри, что тут у нас. Во-первых, здесь у нас твои любимые шарики, попрыгунчики. Да, любимые. Потом твоя дуделка любимая. Ты же ее любишь. Угу. Потом твой свисток. Не надо так громко! Дорогая, не свисти, денег не будет. Да ладно, у нас их много. Я чуть усы не заложила. Прости, дочь. И твой спальный мешок. Да мне не холодно. Дочь, тебе пригодится. Так, все. Ну, тут у нас ванные вещи. Это все тоже улыбка понесет. Так, дорогой, держи. Ну, чем? Так. Ты вообще моешь посуду? Нет, я на вас смотрю. Так не надо нас досмотреть. Так на вас не смотреть, если вы такие... Если у вас много вещей, у меня мало. Мне сюда делать. Мы все слышим. Все. Так, теперь ты вещи можешь собрать. Но тебе совсем много, тебе много нельзя брать. Куда складывать-то? Тебе что, еще отдельную сумку давать? Это что совсем? Я с ней поделюсь своей сумкой. Что? Себе мой рюкзак.
У тебя там почти все занято. Ну давай. Спасибо. Потом нужно сложить мои вещи. Думаю, эту футболку не буду брать, потому что родители с ней что-нибудь сделают потом. Я уверена. Да. Так. Из портфеля мне ничего не надо. Я могу взять фотоаппарат. Да, перейди. Все. Я собралась. Ой, да ладно, молодец. Все, поехали. Мы уже опаздываем. Ну ладно. Почему вы мне ничего не даете нести? Потому что этот все должна нести. Пошли, дочь. Стоп, билеты забыли. Так, мне билет так и не купили? Нет, не купили. Мы сказали, ты сам, ты будешь безбилетница. Что? Вот еще чего захотела, билет свой иметь. У нас нет столько денег, чтобы еще на нее тратить. Так, я себе сложу. Хорошо. Блин, кто там звонит? Блин, это твоя подруга опять звонит. Моя? Да. Потом ей перезвонишь. Ты стала звонить. Так, все. Идем. Так, мы пришли в аэропорт. Так. Где ваши билеты? Показывайте. Вы же их покупали? Да, мы через интернет покупали. Показывайте билеты, потом вы можете проходить. Все уже оплачено. Мы помним. А как я тогда пройду? Как-нибудь. Нам не важно, как ты пройдешь. Но вообще не важно, пройдешь ты или нет. Что? Она пойдет и без всяких там ваших. Безбилетных. Доча, ну как мы что-нибудь придумаем? Ладно, она пройдет, ну как-нибудь. Безбилетница. Так. 1, 2, 3. Все, можете проходить. Отпустите меня. Идем, я тебя прикрою. Ты меня не прикроешь, я слишком большая. Давай, быстро, пока он возле компьютера. О, как мы рады, что ты прошла. Да, сразу видно. Так, поставьте, нужно посмотреть, что там у вас. Так, все хорошо. 1 глобус. Так, сдаем. Багаж. Так, идем, мы не будем ничего сдавать. Так, сканируйте, пожалуйста. Хорошо. Держите. И это тоже надо просканировать. Вот и все. Можете проходить. Доча, смотри, какой автомат. Хочешь там что-нибудь? Нет. Доча, что-то на тебя не похоже. Можно мне Крампита? Нет, нельзя. А мне можно Крампита? Конечно, доча.
Спасибо. Держи, Эмма. Что? Ну, а что тут такого? Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, ладно, неважно. Доча, хочешь что-нибудь из еды? Да. Вот эти вот чипсики. И сок. Держи. Спасибо. Ну, пожалуйста. Давайте, пейте сок. Я его еще потом буду. Так. Встаем сюда. Так, скоро отлетает самолет. Все быстро на посадку. Так. Быстренько садимся. Так. Ты садись возле подушки. Спасибо. Ну ладно, мы будем сидеть отдельно. Итак, мистер Собакин, мы должны полететь. Взлетаем. О, мы взлетели. Да, тут что-то красиво. Так, вам что-нибудь нужно? Хотите что-нибудь попробовать? Да. Хорошо. Что вы хотите из нашей еды? Я хочу сок. Пустите меня. Угу, хорошо, держи. Я лучше буду молоко, если честно. Почему ты не хочешь сок? Ты же его вроде бы любишь. Ну да. Мне кажется, родители не разрешат. Ладно, мы тебе разрешаем. Можешь взять что хочешь, а не молоко. Так что вы хотите? Тогда розовый лимонад. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Что-нибудь из еды? Можно мне арбуз? Да. Почему это нас ставим? Все. А мне можно пончик. Синий, да. Все. Спасибо. Пожалуйста, дети, а вам что-нибудь нужно? Да. Я буду бананы, потому что я забыла что-то взять. Держите. Я буду вот это. Хорошо. Пить ничего не будете? Ладно, нам можно кока-колу. Блин, я тоже хочу кока-колу. Да что ты уже взяла себе? Ну, хорошо. Так. Наливаем. Так, держите. И вам сейчас тоже налью. Держите. Спасибо. Пожалуйста. Так. Вам что-нибудь нужно? Да. Я никогда еще не ела настолько вкусной еды. Ну да, тебе это нельзя. В принципе, сегодня можно. Держите. Спасибо. И сок можно. Да. Так, вам. Блин. Кто там забрал мои бананы? Держите. Все, я сейчас занесу за вами всю эту посуду. Чтобы она стояла на месте. Так. Ставим.
И упаковку от сока мы сейчас выкинем. Просто самолета надо скинуть, понимаете? Вот такой вот способ. Прикольный способ. Так, посмотри, с самолетом мы скоро приедем. Прилетим, то есть. Можно пока мультики посмотреть. Хватит уже меня брать. Да, давай, что тут у нас? У нас вот идет какой-то человечек. Вечно им вместе весело. Да, надо как-то как-нибудь в этом их разлучить. Все. Говкин, поехали. Спускаемся. Все, спустились. Пассажиры самолета, мы спустились с самолета. Можете выходить. Наконец-то. Да, наконец-то мы приехали. Так, можно пока что-нибудь покупать. Так, покушать. Я буду кока-колу. Так, все сразу налетели на торговый автомат. До свидания. До свидания. Так. Наши багажники. Так. Идем. И это. Так. До свидания. До свидания. Отличный полет. Теперь можно заселяться. Так, пойдем. Добро пожаловать в морской отель. Здравствуйте. Вам номер на четверых? Да. Можно было бы даже на пятерых, если бы у нас еще кто-нибудь был. Лучше даже на пятерых, да. Чтобы у нас было побольше там места. Ну, хорошо. Это второй номер. Оплатите, пожалуйста. Думаю, этого хватит, да? Да, хватит. Вам на сколько? На 10 дней. Это даже слишком много. Да ладно, нам не жалко. Угу. Ну все. Держите ваш ключ. Давайте вас провожу. Я вам покажу, где ваш номер. Да. Так, вот ваш номер. Спасибо. До свидания. До свидания. Так. Вроде бы так. Красиво. Что-то музыка играет какая-то. Музыка нам тут, в принципе, не нужна. Да. Только заселяемся. Так, нужно закрыть эту дверь, чтобы никто не зашел. Чужой. Итак. Вот давай это сюда. Ну ладно. Так, тут у нас есть. Тут у нас есть наши ванные вещи. И мы их сейчас разложим. Так. Блин, тут столько всего, что нам не нужно. Да. Абсолютно не нужно. Зачем нам столько всего? Они не понимают, что ли? У нас есть свое. Вот это вот нам не надо. Какие же непонимающие все-таки. А мою щетку? А твоей щетки нет, понимаешь? Меня не взяли. Потому что мы не думали, что ты вообще с вами пройдешь там. Вообще-то нам это не надо было. Вы думали, что я не пройду, и это будет к лучшему? Конечно. А ты что думала? Конечно, было бы к лучшему, если бы ты к нам не прошла.
Ты что, за нами следуешь? Теперь нельзя не проходить, я так вижу. Так. Вот, кстати, ваша комната. Она такая красивая. Да, красивая. Да, кстати, ты будешь спать на первом этаже, чтобы ты даже не думала лезть на второй этаж. Так, все. Вот еще дочь твои вещи, остальные наши. Так, тут какие-то их вещи. Какие дочь, они нам не нужны. Ну ладно. Так, берем. Это мой миска. Ладно. Пусть будет тут. Дальше мой. Тут я не твой, а фотоаппарат. Так, моя. Моя кофта, моя пижама. Теперь моя игрушка. Мой фотоаппаратик вот этот. И мой телефон. Чего ты так мало занимаешь места? Потому что у тебя там много вещей. Это вообще на кухню надо. У меня нормально вещей, но влезет. Вот, смотри, у меня мало вещей. Можешь наверх положить. Спасибо. Пожалуйста. У меня еще верх есть. Так, теперь моя одежда. Так. Мой кошелек и мой iPad. Вот и все. Да еще здесь там коробка еще есть. Я же говорила, не все влезет. Да влезет все. Мои сайки. Они мне, в принципе, сейчас не нужны. Вот спальный мешок у меня тут не понадобится. Я положу сюда. К моим вещам. Теперь это мы сюда. Ну, в принципе, мне тут больше ничего не надо. И чё? Ладно, мне тут больше ничего не надо. Эту коробку я положу где-нибудь здесь. Всё. Это нам не надо. Вот эта вот картина нам не надо. Её можно выкинуть. Все, мама, папа, вот ваш чемодан. Так, все. Спасибо. Тут даже есть на маленького ребенка. Зря мы, конечно, попросили на 5 человек. Да. Нам же даже все равно 4 человека, а не 5. Да. Незадачка такая получилась. Ну ладно. Так, моя пижама, мой костюм. Дальше костюмы, вот эти вот все деньги, дальше и наши ключи от дома. Все, мы тоже все это разобрали. Это можно пока. Так, стоп, сок. Сок будет где-то здесь. Деньги я положу вот сюда. Все, мы тоже разобрали. Хорошо. Пойдем с ними пофоткаем. Да, пойдем. Ну, кто-то пошли, хоть переоденьтесь. Я не точно переоденься. А тебе нельзя переодеваться, поняла. Почему на мне? Да потому что. Я все равно переоденусь. Там же холодно. Переодевайся. Я сейчас тоже переоденусь. В эту кофту. Нет, она теплая слишком. Я в этом пойду, только шляпку сниму. Все. Пойдем. Фотоаппарат возьмем. И пойдем. Так, вам что-нибудь нужно?
Нет, мы пришли просто пофотографировать ваши. Ваши тут места. Блин, тут магазин. Зря мы деньги не взяли. Сейчас надо вернуться за деньгами. Так, все. Теперь у нас есть деньги. Мы можем что-нибудь купить. Наконец-то. Так, что будет покупать? Ну, я хочу себе вот это. Да, очень прикольно сидит. А тут нет просто других купальников, я вижу. Да, жалко, но детские у нас больше закончились уже. Так, я еще хочу... Не знаю, что я еще хочу. Такого вот осьминожка. Можно? Да. Я даже не знаю, что я тут хочу. Убирай. Может быть, купим родителям купальник, и они нас простят? Да, а что это мы покупаем себе купальники, а им не покупаем? Возьмем, если тут остались купальники. Как распределить? Ну, пусть это будет для папы, это для мамы. Нет, это для мамы и это для тебя. Не очень сидит, но... Думаю, мама мне не разрешит носить вот такой вот. Да. Упакуйте еще, пожалуйста, вот эти вещи. Стоп, я перепутала. Свои, так. Это можно убрать. Вот это пусть остается у вас. Мы возьмем для папы вот это. Все. Бьем. Так, оплачивайте теперь. Угу. Блин, что-то я не туда кинула, вот. Ну, видите ли, человек первый раз покупает в жизни что-то. Ой, ладно. Поезд маленький. Да, прикольно. Так, пакет будете брать? Да, мы возьмем. Хотя не надо. Это можно в руках понести. Пойдем. Так. О, может, сфотографируемся? Блин, мы вместе не можем. Кто может нас фотографировать? Не знаю. Мы ведь тут так прикольно смотримся. Надо кого-нибудь попросить. Можете нас фотографировать, пожалуйста? Хорошо. Только я возьму своего кота. Угу, давайте. Сфотографируйте нас, пожалуйста. Так. Котик побудь тут. Угу. Скажите... Сыр. Все. Фотографировали. Все, спасибо. Да пожалуйста, все, до свидания. Я снова посижу со своим котом. Он самый лучший. Так, это другой снимок, да? Это мой старый снимок. Я снимала твое мороженое. Да, мое любимое мороженое. Спасибо. Я теперь могу на него всегда смотреть. И оно такое вкусное. Да. А тут снимок распечатается еще через несколько там часов. А, так не несколько часов назад это? Да. Это утром, вот пока вы еще не встали. Ладно, это пока можешь принести. Можем тут еще что-нибудь посмотреть. Что тут у нас? Какой-то фотоаппаратик? Не. Ужасный аппарат. Не нравится. Так. Слышь, тут купальники получше, чем мы там
пропали. Да, но винуть их уже нельзя. Жалко. А то было бы прикольно. Мне кажется, вот этот мне бы пошел, но... Нет, вот этот не пошел бы, а мне бы пошел какой-нибудь вот такой вот. Но мы уже как бы не прошли, тут уже не пермать, мы тут ничего не будем покупать. Так, я покупаю вот эти вот очки. Так, давайте, оплата. Так, мы сюда еще, в принципе, не смотрели. Вау, тут такая красивая статуя. Твердая. Очень твердая. Она даже блестит, она такая красивая. Да. Класс. Так, можно нам, пожалуйста, хот-дог? Да. С чем нам хот-дог? С чем ты хочешь? Я хочу сосисочкой. Не с морозом, это точно. Да. Это можно пока отложить. Дальше еще один второй хот-дог для тебя. Спасибо. И морозинки. Это, я думаю, тебе. Не, я хочу, наверное, тебе розовый, а мне желтый. Окей. Так, оплачивайте. Ой, да ладно. Мы же знаем, что надо оплачивать. Да, мы не какая-то там малышня. Я об этом не думал. Просто оплатите. Ой, вы такие жадные, если честно. Вот, получите. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо, кстати, что сфоткали нас. Да, пожалуйста. Мы тут с котом тоже хотим что-нибудь купить. Желаете что-нибудь купить? Да, я куплю для себя и своего кота вот такой вот батон. Вашему кот будет его есть? Конечно, будет. Хорошо, хорошо. Я дам за это $2. Спасибо. Ой, ну пожалуйста. Держи, котик. Но для меня и но для тебя. Так вкусно, никогда такого не ела. Ну да, а я уже ела. И как по мне, это уже довольно-таки старый вкус. Ты настолько вкусно я уже ела. Да, несколько раз. Тут тебе повезло. Особенно вот это морозное больше всего. Ладно, пойдем. Дальше. Так, ну все, мы пришли. Мам, открой! Так, наши дети пришли, да. Так, привет. Кстати, ты что переоделась? Я тебе не разрешала. Ну там холодно. А, откуда ты знал вообще? Ладно. Проходите, что вы тут докупали? Подарки. Какие еще подарки? Вот это мой, если 100. Так 100, вы точно не это. И вот это мой. Так, а это что? Если ты себе купила что-то, я тебя прибью. Нет, это ты, дочь. Это ты перепутала. А, да. Только вам вот этот вас. Если ты что-то себе купила, то я тебя прибью. Так, это надо выкинуть. Это тебе купальник. Это папе купальник. А тебе...
Да. Ну ладно. Первый раз прощаю. Потому что ты мне такой красивый купила. Если ты мне не такой красивый купила, я бы тебя не простила. Да еще что у тебя в втором подарке? Это мой купальник. Он на мне очень красиво смотрится. Вот я его и взяла. Молодец, доча, что ты его взяла. Хорошее решение. Ну, я дома буду ходить вот в этом. Так. Все. Это мы складываем. Это будет моя новая игрушка. Где-нибудь тут положу. Блин, вот здесь. А что оно все? Это вот. Не нужно. Так, все. Вот снимок. Старый. Вы еще снимок сделали? Да, нас попросили. Мы попросили одну бабушку нам помочь. Понятно. Помочь. Так, эти телефоны я, наверное, положу немного в другое место. Так. Это нам тоже нужно куда-то положить. Так, это моё. Это ей. Так. Уродка, давай, держи. Ну, не надо её так говорить. Так. Моя одежда домашняя. Так. Я пойду вам еду, доча. Я ж тебе еду сделала. Чё ты забыла, что ли? Пойдём, эти сладости дам, которые я тебе дома сделала. Вот твое место. Приятного аппетита, доча. Можешь отсюда, пожалуйста, уйти? И тогда я буду есть. Ну, хорошо. Ну, я не знаю, на что это влияет, но хорошо. Иди сюда. Будем вместе кушать. Ура! Так, этот мне, этот тебе. Чё, такой красивый? Ты мне его отдашь? Да, он очень вкусный. Я их уже все пробовала. Серьезно? Почему мне природа такую жизнь не дала, как у тебя? Да, это все очень вкусно. Я буду конфетку, а ты ешь желейку. Это настолько вкусно. Да. О, смотрите, тут еще есть. Что? Смотри, тут есть там. Тут есть кока-кола и чипсы. Держи чипсы. Да, тут вообще все предугадывают. Я буду кока-колу. Ну, я буду лимонад вот этот. Она намного вкуснее, по мне. Хорошо. Какая же это вкуснятина. Да, никогда такого не ела. Вкуснятина. Так, уже вечер, они что-то до сих пор сидят. Так. Вы чё, вместе все съели? Ну да. Вы ей ничего не даете, вот я ей хотела помочь, чтобы она хоть чуть-чуть попробовала. Ладно, доча, пусть она может немножко попробовать. Так, подождите, я пока в душ схожу. Пока может переодеваться и ложиться спать. Хоть тут можно от вас отдохнуть. Так. И больше ты ничего не ешь. Такого вкусного. Ну, хорошо. Так, я тогда уже ложусь спать. Надо подождать, дорогой. Так. Поставить будильник на завтра. Завтра едем в аквапарк. В аквапарк. Меня, наверное, даже не возьмут. Возьмут, мы же тебе купальник купили. Надеюсь, возьмут. Да, хоть тут можно отдохнуть. Это самое лучшее место, где можно отдохнуть. Жалко, много тут нельзя проводить времени. И надо все-таки идти спать.
Так. Ты спишь на первом этаже и везде, кстати, выключаешь свет. Хорошо. Так. Она даже думает, что я не запомнила, что я сплю на первом этаже. Да. Так. Ну и мой обруч. Все, я поставил будильник. Так, ложимся спать. Так, это моя пижама. Все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мне теперь нужно еще везде выключать свет. Ну, вот и все. А теперь всем пока и спасибо за 3000 подписчиков. Вы просто лучшие.